It's even worse than I thought. And I know how to paint a dreary picture. Get out of here. I'll make one hell of a stand. A moment of respite. Gather your strength. Weapons ready, Drang Barati. The Raki are everywhere. Sigmar walks with us. We shall not fail. Зи, дорогие друзья, вы вновь приветствуетесь на канале Благородных Сыров. Мы вновь продолжаем играть в Вархаммер. С вами вновь ваш благородный слуга, а также сэр Валинард. Эй! И Дон Арандор. Привет! И сегодня у нас на повестке дня, сейчас мы... Да, машины войны у нас сегодня. Машины войны. Так... Да-да-да, у нас был черный порох, и теперь у нас скавены собирают в лесу какие-то боевые машины. А в прошлый раз сказали, что крысолюда собирает в лесу какие-то боевые машины. Блин, крысолюда это прикольнее, чем скавены. Давайте, крысолюда ребята. Что-то затеяло, явно, поэтому... Сегодня будем... Ой. Так. Вот. Сегодня наша задача остановить крысолюду. Которая затевает всякое. Крысолюда затевает. О, говорит, крысолюда повышает ставки. Оттяпала у нас лес, строит дымовую машину. Обязан нанести первый удар. Да такой, чтобы мало не показалось. Поломайте эти их. Хорошая задача. Давайте ломать эти их. Да, как всегда у нас произошла перетасовка ролей. Я сегодня впервые на запись играю за охотника на ведьм, на котором сэр Валинард изволит постоянно шутить, что он таскает с собой невидимую тележку с пистолетами, с пистолями, простите. И у нас сегодня отсутствует, к сожалению, Алекс Игл, человек занятой. Человек занятой. А чё смешного-то? О, смотрите, дверь открывается. Просто, представь, что занято это существительное, вот и будет смешно. Это фамилия. Блин, ну чтоб тебя. Да, я тоже сегодня со щитом, но, в принципе, веселее. Мне так-то даже больше нравится, чем все остальное. Ну, гном. Господа и дамы, зрители видели, как умеет Зальспайр стрелять из двух пистолетов только что. Это просто нечто. Влыв! Да! Так, там, кажется, хвататель где-то, да? Да-да. Да, вот он прихватил уже. Ой, быстро. Нате. Да, да. Блин. Осторожней. Так. Чё-то. Не пропусти. Что-то я немного неправильно, наверное, делаю. Что не так? Да я решил такой, типа, я крутой, пострелять из двух пистолетов. Пока меня окружают враги и стукают. Враги, они меня постукали, значит. Тебя окружают из трех пистолетов. Вот его сними. О, нифига, я думал, ты умер. Ты ж... Ты можешь хорошо, раздавать все. Шпаг хедшоты. Вы типа в маленьких крысах, если просто они спокойно оказываются вокруг тебя и коцают тебя отовсюду просто вот. Это да. Потому что ты только сейчас всех перебил. Еще там бутылочка. А нет, он не слышал здесь.
Нет, классная шпага, она быстрая такая. Так, а ты бутылочку взял? Не взял. А, сейчас. Бутылочку возьми! Все, уже нет, вижу. Главное, чтоб... кто-нибудь взял её. Газопресса! Вот что-то я как-то унесла в сторону вообще. Я, как всегда, не успел. Я вас там вижу. Подсказывает нам подсказка. Ай, скачи! О, у Сара Вальнарда начались типичные проблемы с пропаданием звука его голоса. Жалко, я не успел субтитры читать. Ну, в общем, фишка это в том, что я задушенная крыса прописала жбан топором слегка, ну, что бывает. Дело это житейское. Сублимированная крыса прописала жбан в штушкана, я услышал. Так, ладно, я возьму сам. Ну ты. Это огр? Это огр. А у меня стрел нет. Воу, ничего себе! Это было жестко. Я убил крысу с мешком. Обычно? Блин! Это не со всех сторон. Меня крыса огром вообще выкинул. Ладно, это было предсказуемо. А вы уже умерли? Не заметил даже. Меня крысогр просто выкинул со скалы далеко-далеко. Так, мне подлечиться. Ладно, сэр Валенард, ну тебя надежда вся. Мы все умерли. Нет, не будет у меня надежды. Мде. Типа как вот что-то вроде кишечный бегун. Блин, ну кайфово. Кайфово, как эльфийка реактивно стреляет из своего лука. Ух ты, ё-моё. Взято. Где-то скотина бегает, трясёт своими черепушками. Черепушками. Потрясает. Осушили! Лезут на стены! О, получил здорово. Так, Арандор, для тебя аптечка. Ох, ё-моё. Пистолет так из лука и рога, ну, по какое задумство. Затыкивай, затыкивай, упыря! Затыкали неплохо. Так затыкивать, что я ничего не успеваю сделать. Что школы сейчас? Ох, хорош. Я чуть подпрыгнулся, ладно. Блин. В этой игре так динамично все происходит, что я ничего не успел комментировать. Это... Рандор, ты тоже ничего не слышал, что он говорил? Да. Мы неспешно
бегут крысы, если что. Бегают крысы и все. Идите. Куда? Сюда? Что-то здесь лежит, я забыл, они не рандом. Вот я нашел. А давайте, почему, блин, это до сих пор не... О! Вот взял. Пошли. Мы до сих пор не додумались об одной простой фишке. Что-то не бот, а вот. Вот. Вот взял гримуар. Дружище, вот. Ой. Гримуар, правда, но... Значит, нужно вот защищать. Ну да, из него же вывалится гримуар тогда, да ведь? Ну да. Хорошо. Воу. Аааа, мне дали по черепу, я пропустил удар. Так вот. Помогайте Воту, а то если меня убьют, мы потеряем гримуар. Пропустить. Ох, недооценивать. Так, ребят, давайте лечиться. Все стоим тут. Накатим. Опа. Да. Ух, черт, блин, ты смотри. Только вылечился. Капец. Healing Draft. Кого еще? Так, ладно, давайте идите сюда. Я сейчас выпью. Опа, беру. Так, Рандор, вылечись и подбери аптечку. По максимуму захилимся. Да. Да, я ранен, а чё, нарадоваться не может. Стрелы бы найти. А то закончили. Ну чё, у меня хватит на всех. Ничего могут быть. Да чё-то я попасть-то не могу. Вот. Какой-то бомбы не хватает? У меня есть бомба. У меня нет. Блин, а тут... Давай, Рандор, идем за мелким пузатым. Так, мне тут... Там зелье в углу было. Ты кому-то надо. Кому-то надо. Бери. Кстати, я почитал, благодаря нафармленным страничкам, какие-то знания, я почитал про вот этот вот девайс, про колесо рока. Но это не работает. Оно вроде как чем-то стреляет, и поэтому как-то катится. Так, Валенард, меньше чужим языком, больше ищи бочки. Где бочки? Подожди, а как же далеко. Бочки, конечно, это... Тебя все равно не слышно. Черт, подери, а? А вот теперь у меня кончились ульки. Ух ты ж! Так, я хватаю бочку, прикрывайте меня. Не, ладно, сейчас сначала убьем этих крыс. Потом я хватаю бочку. Вот я хватаю. Я понес первый к самой машине. Хорошо, хорошо, как меня прикрывают, ребятки. Оба-на. Давай, взрывайся.
Хорошо. Так. Бьют, бьют. Вижу, вижу, вижу. Ох, два, а что такое? Сразу. О, блин, а. Вырубили. Так. Гримор. Эй, давай, пошляет. Вот, быстрее. Так, Елфа поднял. Елф, давай. Я спасаюсь, лечусь. Блин. Офигеть. Хорошо. Ну хотя. Ух, блин. Надо их освободить. Че, пойдем освобождать сначала? Да, да. Это пошли сюда. Блин, Рандар, можешь помочь? Крыса командир. Ух. Вы не освободите. Блин, давай. Потихоньку двигаемся задницами. О! Здесь так, вроде. Иди сюда, иди сюда, иди ко мне. Сюда лечимся, все. Хорошо. Все, давай, пошли, пошли, пошли. Ох, хорошо. Пошли. Идем. Че же бочку-то не взяли? Ну ладно, они слишком далеко. Нам надо брать бочки. Я же говорю, что вы нас не спасете, пока не откроете ворот. Несправедливо. Ух, каких много. Так, все, давай, я сейчас хватаю бочку, ты меня прикрывай. Блин, а куда нести-то эти бочки? Так, Рандор, тут заспаунилось зелье около меня, иди сюда. Блин. Ну, у меня... Ну сюда. Ладно, давай возьму. Давай, зелье. Так, хорошо, прикрываю. Ой, бежит. Хвататель. Аккуратно, сейчас бочку сгибает. Блин! Рандор, давай выпивай зелье уже. Выпьем за любовь. Так, все, давай, я хватаю бочку, прикрывай. Так, а мы гримуары потеряли, да, значит? Да. Блин, куда его нести? А, вижу. Рандор, давай за мной. Так, хорошо, давай сюда. Амуниция, сюда. Газ. Блин, это плохо. Вот это вообще плохо. Так, ну, стрёмно брать теперь. Так, все, пошли отсюда. Сзади бегут еще. Так, хорошо, я взял. Прикрывай. Не дай мне себя ударить. Ну да, тогда бочка загорится, да? Угу. Так, Рандор, не торопимся. Обходим, сбоку заходим. Ну, крысы проворонили все свое счастье. Давай сюда. Еще одно колесо попрокало уничтожено. О, кто-то присоединился? Так, ну да, игру там не закрывали же. Хорошо, так все равно лучше, чем бот ведь, живой игрок. Похоже, наш покинул, наш дорогой друг, вот.
Блин, а тут нет больше нигде аптечек. Занятой вот. Черт, подери. Нет. Тебе надо пистолеты лечебные прикупить. Ну, найди. Лечебные пистолеты, замечательные. Да, Рундор, давай, да. обходим сбоку да, заходим. Так, сейчас будет хватать. Кто будет хватать? Хвататель. Спаси меня, не слушай. Всем... Сзади, Холмс. Да я вижу. Он бежит к тебе. Хорошо. Есть. Сюда, Рундор. Справишься там? Что, больше не заспаунят нам аптечек? Ну, возможно, возле нас заспаунят. Через дверь! Чуть-чуть. И стрел-то нет. У меня еще 25 пистолетов, и в шпаге еще 16. Сзади бегут, если что. 16 пистолетов в шпаге. Только в суровом превозмогательном Вархаммере меряют в шпаге в пистолетах. Блин, еле отразил его удар. Бронекрыса. Подкалиберный заряжай, Холмс, сзади пьют! Нет! Сношают! Блин, а? Нет! Ну вот, так-то лучше. Вот этот товарищ, который к нам присоединился, он реально 135 уровня. Бака задрот. А, оказывается, вон задрот. Вот. Нет, ты еще не видел 100-500 уровень. О нет. Блин. Готовьте бомбы! У меня нет бомбы. А чё он лазит по скалам? Что? Ай, долбанул по мне! Народ, отвлеките его, гримуар просто опять. Да что ж такое-то? А? Чё там? А? Народ. Ух, как приходится вертеться, чтоб выжить. И вращаться, искать, зеич. У меня даже осталось патронов немного. Тут уже ничего нет, да? Блин. Здесь, может, есть патроны. А, кстати, вот книжечка будет сейчас еще. Она будет? А может, по стелсу проползем? А тут никого нет. Да, по стелсу. Это должна быть мертвый конец. Амуниция! Контрольные выстрелы я нанес. Как он запрыгивает, видите, вот через окно. Запрыгнул. Залез. Сейчас я запрыгну. Блин. Сюда, тут они бегут. Да не, все, можно уже, в принципе, что. Шестерни лязгают. Вау. И еще шестерни. И как они лязгают? Непонятно. Ну чё, они крутятся и лязгают. Шестерни в адских машинах. Крысолюды. А, кстати, вот сейчас здесь будет второй гримуар. Берем. Али, как?
Думаю, да. Верно. Это ж гримуар, это надо брать. Вот сюда и залезай. Хотя он сейчас его сам возьмет. Прыгай, прыгай за забор, типа, по дереву. И там ты найдешь его. Ра. А вот. Я сказал. Ну я слышал. Так, пошли выше. Это было многозначительно. Ну, скажите, походу, очень общество, да? Система ой, боже. Ой-ой-ой. Убивают. Вообще что-то убивают. Как их нужно? Кепи нет вообще. Вообще. Чего нет вообще? Кепи. Не завезли, да? Сигмар звонит мне, говоришь ты. Бомба взята. Да. Тяжко превозмогать, когда у тебя один хеппи. И все. Так у нас у всех один хеппи, да. Этого товарища. Вот хилящий топор не работает нифига. Срабатывает не тогда, когда надо. Вот это печалька. Срабатывает не тогда. Можно еще сказать, что хилящий топор. Не полезу я в дупло. Получи вниз. Гатлинг. Опять? Еще один? Ага, да. Сзади, офигеть. Это ж получается так, подхилился, да? Ну хотя, если сейчас Рандора затюкают, то он совсем умрет. Ну сейчас вылечилка. Надо только до нее. А, я сосил, я сосил! Зафокусил ее. Нет уже, и хп нет. Сейчас бутилка. Ой, свиночку убила. Так, Рандор, ты самый нездоровый у нас. Тебе лечиться надо. Какой хилшер есть? Иди сюда. О, все, давай, давай, давай. Сюда, 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 давай, все, мы стоим все рядом. Ну, кроме этого товарища, ему не надо, он крутой. Без единой аптечки, наверное, может. Ну, я скажу, что здесь иногда очень сильно везет просто. Я тоже часто проходил с полным ХП. Ну, нифига, можно книжкой, но... оказывается, прикрываться от ударов. Жалко, вот и херачить нельзя. Нельзя отыграть библиотекаря злобного. Давай залетаем на точку. Так, лутай дома. Ничего нету. К
кстати, тут есть один баг с подвалом. Я не знаю, пофиксили его или нет. В общем, крысы не могут пройти сквозь закрытую дверь подвала. И мы только один раз защищали. Ну логично, она же закрытая. Дверь должна ломаться всегда, но вот не ломается. С ума сойти. Вот бы сейчас гранату, а у меня кончились. Да. Блин, где хилинг драфт? О! О! Офигеть, крысятина. Вот здесь есть. Лечилки и все-все-все. Так где, ё-моё? Мне оставьте одну. Ну все. Я не бью это вне жажды. Так, надо ждать эту, да? Лодочку. Угу, эвакуация. Как флэфт вот эти. Я слышу крысу в море. Она шепчет. Я убил ее. А, надо позвонить в звоночек. Ну блин, а чё, без звоночка-то не додумалась подъехать, что ли? Нет, она ж сидит за камнем, там ждет. И ждет! Жаль, нет гранат, конечно. Мы будем преобладать, говорит. Зараза. Ух. Прям каждый держит свой фланг, э? Гатлинг. Крысометчик. Надо спрятаться. Да, разброс у него, конечно, нехилый. Я буду рассказывать, что... И все будет. А, я вижу, как исполнилась газовая крыса. Его с одного удара вынесли. Чё-то мне не нравится. FPS проседает у меня. Ой-ой-ой. Ты похож на отбивную, говорит. Подвыбили. Не успеваю, они быстрее лезут, чем я махаю топором. Стрелы, скорее корабль. Он уже плывет. То есть идет. Плывет. Идет. Все, давай, на. Ух. Да. Колесо рака открыл достижение. Че дадут-то, че дадут? Зеленый такой-нибудь топорик маленький. Сейчас дадут уровень. Тебе сейчас дадут кастет на ногу. А че не на нос? Дополнительный слот открыли. Ага, точно. Да, теперь ты можешь искать 3 амулета. 3? 2, наверное. Угу. Наверное, 2, да. У меня что-то зависло все. Ну, как обычный. О, дали синенький топор какой-то. Синенький топорик.
Для гнома. Мне дали двуручный молот для дворфа. Что-то мне даже ничего, потому что все зависло. Эдрин Азун Карин. Карин мне дали. Следующая карта — Стражи колодцев. Вообще так себе. Ну ладно, следующая карта будет следующей. А у нас принцип — одна карта, одна серия. Поэтому всем, господа, спасибо, что вы были с нами. А я думаю, что благородные сэры и доны будут закругляться. Скажите-ка, ребят. Ну да. Ну, так что еще раз спасибо за внимание. Канал благородных сэров, сэр Холмс, Валинар, Терандор. Лайки, подписки. Всем пока. Клац-клац.